И снова всем привет, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и также гости моего канала. На балансе у меня 17 тысяч рублей, и хочу я зайти в фрут-коктейль по совету подписчика. Сыграй в коктейльчик, по косарику не пожалеешь. Ну что ж, попробуем. 5 раз он написал по косарику. Также, ребят, хочу вам напомнить, что на БК88 Stars стартует акция с сегодняшнего дня, то есть 8 ноября с 12 часов дня на слот Midas Golden Touch. Участие принимают новые и старые игроки. Фриспины без вейджера начисляются в течение 24 часов. Для этого нужна верифицированная почта и телефон. И также баланс от 1000 рублей. И, конечно же, заполнить личные данные. Акция стартует до 11 ноября 00:00 ночи. Так, ну что, погнали. По косарю 5 раз и вперед. Также не забывайте подписываться на мой канал и, конечно же, ставить лайки. И ссылочку на все игры оставляю ниже, закрепленной в комментариях. Проходим, не стесняемся, вводим промокодик и получаем приятный бонус на первый депозит. Так, что-то у меня пока 4 раза, и у меня пока ничего не получилось. 5 раз по косарику и мимо. Ну что ж, иду дальше. Хочется верить, что все-таки что-нибудь поймаю в этот говняный фрут-коктейль. Есть X5, неплохо, но даже моих 17 тысяч не вернулось. Ну что ж, будем надеяться и верить дальше. Есть вишенки, X2. В принципе, все как обычно. И снова они, снова вишенки. Ничего нового в этом фрут-коктейль пока я не вижу. Так, ну что дальше, что зависло, отвлеклась немного и... Так, выйдем. Нет, что-то вообще все залипло. Так, снова захожу, также по косарику. Пошло и 10 тысяч, 7 я уже слила. Да, обидненько. Пока ничего нет. Эх, киви поймать. Поймать бы киви, было бы просто-просто шикарно. Есть у меня X4, 9 тысяч, 9 косариков. Что-то поздно. Он даже вишенками поздно сыпет. Ну, тут даже банана не дает. Даже шкурочки ему жалко. И снова X2, снова вишенки. Нет, тут не дало. 6 косарей. 6 косариков. 8. Да, ну, есть у меня X10. Отлично, 17. Снова мои 17 косарей. Ну что, дальше? Пробуем дальше. Вот прям угадала так, что именно мой баланс вернулся. Есть X4, уже двадцатничек, неплохо, 3 косарика я в плюсике. Ну что ж, посмотрим, я думаю, что еще что-то. Выпал апельсин, значит, должно еще есть X5. Отлично, 22 косаря и 5 косарей я в плюсе. Давай еще попробуем. Еще. По-моему, фрут-коктейль немножечко так проснулся. Эх.
Яблоки проскочили, яблоки. Три яблочка. Так красиво было бы. Была бы такая красотень. Но нет. Ну что, фрут-коктейль? Давай, есть X6, 21 тысяча, но это даже не 22. Мой рекорд за сегодня, за именно за эту игру был 22 тысячи, то есть 5 косариков. Плюс попробую еще. И опять пошла вниз. Но будем настырно, долго и упорно ждать. 20 косарей было. X4. Вишни. Блин. Вот должно выпасть мне. Нужен. Вот лимончика бы, который я никогда у меня не получалось поймать лимончик. Обидно, да, обидно. Давай яблочко давай. 11 тысяч уже, ну, нет, не дает. Есть X4. И снова они, снова вишни. И снова у меня было 17 тысяч. Да, и снова. Прям вот три раза подряд вишенки. Неплохо. И есть у меня X10. 26 тысяч, 26. Так, чуть-чуть у меня до 27 не хватило, 10 косарей бы. Ну, 9 косариков, неплохо, ну что? Неплохо дает. Все, ребят, всем пока, удачи.